Центральный рынок Владикавказа закрыли из-за нарушений норм пожарной безопасности. Судебные приставы опечатали вход на рынок еще в прошедшую субботу. Будет ли разрешена или остановлена работа городского рынка, суд решит на этой неделе. Кроме того, из-за нарушений норм транспортной безопасности судебными приставами был закрыт Владикавказский автовокзал номер 2. В частности, это связано с отсутствием надлежащей организации охраны, что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров. Как сообщили в пресс-службе управления судебных приставов, автовокзал будет закрыт 90 суток.